любимое место в городе – Макдональдс. Потому что, когда мы гуляем, мы все время можем туда прийти посидеть, покушать, пообщаться с друзьями. Также это торговый центр Европа, Акрополь, парки всякие разные, где можно пообщаться и повеселиться с друзьями. Я занимаюсь танцами в Доме культуры моряков. При этом все моряки сбегаются туда посмотреть, как я танцую. Мое любимое место в городе – это парк Юнус, там очень красиво и вообще здорово. Я люблю там гулять всегда, потому что там весело, там хорошо, там уютно, там все располагает для того, чтобы можно было погулять. Можно устраивать пикники с друзьями, весело. Долго будет, надо поговорить. Любимое место города – это вообще заведение к работам. Там я люблю с друзьями сидеть, отдыхать, пиво пить, музыку слушать, бильярд играть. Как бы так вот. Наверное, остров. Все-таки любимое место – это остров. Там уютно, спокойно, там умиротворяющий вот этот вот монументальный старинный особняк немецкого типа. Там тихо и чувствуется летопись времен.